Всем приветики. Скачал себе такую игрушку. Когда-то давно она у меня была, еще на телефонах кнопочных. Потом я ее удалил, не помню, прошел, не прошел. А сейчас вот случайно увидел в Play Market. Решил скачать. Блин, крутая игрушка вообще. Mission begins. Такого вот плана. Хотя я неправильно миссию запустил. Вот это надо запустить. Если кто играл по этой первой миссии, сразу узнает эту игрушку. Я по этой миссии сразу узнал. Но это я только что прошел ненормальный уровень, то есть самый крутой. Обычно это нормальный, потом трудный и потом ненормальный. То есть сначала проходится вот желтое, это то, что выполнено, а серое то, что не выполнено. Когда все пройдено на нормальном, открыто желтым, открывается следующий этап. Трудный. А после трудного уже идет ненормальный. Я только что ненормальный прошел. Ну вот она карта, везде можно до трудного дойти. Еще есть какие-то бонусные задания. Корабль можно прокачивать. 5 первых пунктиков автоматически работают. 3 последние нужно самому активировать. Есть карты, которые дают бонусы. Вот. Места в ангаре, например, 2 карты такие. Ну и там еще первые 3 карты. Всего 5. В итоге 15 мест. А стандартно 10. Ну плюс, если корабль разобьется, то теряется один. А если не разобьется, то
все остается целенькое. То есть, если вот я сейчас слетал, 14, потому что не разбился. Если бы разбился, было бы 13. А первый потерял, потому что вышел из миссии. Такая вот игрушка. Ну, вообще, блин, крутая, реально. Рекомендую. Вот, как-то так. На этом все. Всем покидал.